В Мексике продолжаются массовые демонстрации, связанные с исчезновением 43 студентов. Десятки фермеров на тракторах перекрыли движение в столице страны, городе Мехико. На каждом тракторе вывешены фотографии пропавших молодых людей. Манифестанты намерены добраться до Министерства внутренних дел. Немногим ранее подал в отставку глава столичной полиции. Причиной многие посчитали неспособность местной полиции обеспечить безопасность во время проведения массовых акций протеста, в ходе которых городу был нанесен серьезный ущерб.